Здравствуйте! Сегодня я продемонстрирую вам все преимущества высоких технологий. Это климатический комплекс Zenith 703C – настоящее открытие в жаркие летние дни и холодные зимние. Лично я пользуюсь ним каждый день и с удовольствием поделюсь с вами этим прекрасным опытом. Климатический комплекс Zenith 703C имеет функции охлаждения, увлажнения, очистки, вентиляции и даже обогрева воздуха. Благодаря маленьким колесикам он легко перемещается по квартире и не повреждает пол. Имеет привлекательный дизайн, простой в использовании и очень экономичный. Давайте проведем небольшое сравнение. Кондиционер тянет много электроэнергии, и его нельзя переместить туда, куда вам необходимо. Только представьте, кондиционер находится в гостиной, а вы находитесь на кухне. Фактически вам нужно по кондиционеру в каждую комнату. Но вы представляете себе эти расходы, а деньги на их установку? Но с новым климатическим комплексом вы забудете про все эти проблемы. Его легко переместить из комнаты в комнату благодаря маленьким колесикам. Все очень легко и просто. И электроэнергия употребляет всего 70 Вт, а это в 20 раз меньше, чем кондиционер. Да-да, вам не послышалось, его энергопотребление всего 70 Вт. Это приблизительно столько же, сколько потребляет одна обычная лампочка. А принцип действия климатического комплекса Zenith 703C очень простой. Воздух прогоняется через охлажденный холодной водой фильтр, вода охлаждает и очищает воздух по принципу холодного испарения. Итак, включаем климатический комплекс Zenith 703C в розетку. Вынимаем водный резервуар и заливаем в него холодную воду. Только именно холодную воду, а не прохладную. Также обязательно обращайте внимание на шкалу уровня воды. При добавлении воды следите, чтобы уровень не превышал метку максимум и не был ниже уровня минимум. Теперь нажимаем кнопку On-Off – включение-выключение. При нажатии на кнопку On-Off запускается вентилятор. При повторном нажатии на кнопку On-Off прекращается работа прибора. Подсветка кнопок также исчезает. Теперь давайте разберемся с кнопками на панели прибора. Первая кнопка – таймер. С ее помощью можно установить таймер от получаса до 7,5 часов. Для этого нажмите один раз на кнопку «Таймер» и загорится индикатор возле значения «Полчаса». Далее, с каждым нажатием на кнопку «Таймер» вы выставляете необходимое вам время работы прибора, которое будет высвечиваться на панели управления и загоранием индикаторов. Вторая кнопка «Speed» – скорость. Данная кнопка используется для изменения скорости движения воздушного потока в режиме охлаждения. При повторном нажатии кнопки «Speed» вы можете выставить ту скорость, которая вам необходима. В приборе существует три режима – High – высокая, Medium – средняя и Low – низкая. Третья кнопка On-Off, о которой мы уже с вами говорили. Четвертая кнопка Cool – охлаждение, нажав на которую вы запускаете режим охлаждения. В комплекте с климатической системой идут два аккумулятора холода, которые способствуют работе прибора в режиме максимального охлаждения. Для этого один из аккумуляторов необходимо поместить в морозильную камеру, а после замораживания положить в резервуар с водой. Далее аккумуляторы посменно меняются по мере их нагревания. Внутри аккумуляторов холода находится хладоген, физико-химическое свойство которого позволяет сохранять холодную температуру воды в резервуаре максимально продолжительное время. При повторном нажатии кнопки Cool функция охлаждения прекращается. Если в прибор не залита вода или включен режим обогрева, данная функция также работать не будет. Пятая кнопка Swing. Можно отдельно включить режим Swing, который обеспечит постоянное изменение направления воздуха в вертикальном направлении. Для отключения данного режима нажмите еще раз кнопку Swing на панели управления. Шестая кнопка Heat – обогрев. Для включения режима обогрева опустите рычаг справа на приборе на значение Heat. Тем самым вы отключите функцию Cool – охлаждение. По умолчанию обогрев помещения производится с низкой скорости low heat.
Затем, нажав на кнопку Heat, вы можете выбрать высокую скорость обогрева High Heat и наоборот. Чтобы снова перейти на функцию охлаждения, просто поднимите рычаг переключателя. Итак, обогрев имеет два режима – 1000 и 2000 Вт, что тоже очень удобно. Если вы обогрели комнату до нужной вам температуры, переключите обогрев на минимальный режим просто для поддержания этой температуры и тем самым сэкономите деньги. Внимание! Если при выключении климатический комплекс работал на функции обогрева, то полное выключение прибора при нажатии кнопки OFF произойдет через 20 секунд, когда все нагревательные элементы остынут. Как видите, прибор работает очень просто, а главное, сколько функций он выполняет. Вам не нужно покупать очиститель, увлажнитель, вентилятор и обогреватель воздуха, так как климатический комплекс Zenith 703C заменит работу всех этих приборов и еще дополнительно охладит ваш воздух. Его вес всего лишь 7 кг и потребляет он всего 70 Вт, как обычная электрическая лампочка. Итак, климатический комплекс Zenith 703C имеет функции охлаждения, увлажнения, очистки, вентиляции и обогрева воздуха. Климатический комплекс Zenith 703C – это альтернатива мобильному кондиционеру, и в нем используется отличный принцип работы. В климатическом комплексе Zenith не используется фреон. Охлаждение происходит естественным образом. Воздух проходит через холодную воду или лед и приобретает необходимую температуру. Таким образом, абсолютно естественно можно снизить температуру воздуха в вашей комнате и почувствовать комфорт и свежесть. Климатический комплекс очищает воздух от множества загрязнений. Это происходит благодаря воздушному сетчатому фильтру и фильтру внутри прибора. Нужно только время от времени их чистить. В водном резервуаре климатического комплекса также расположен фильтр. Этот фильтр выполнен из синтетического угольного волокна и обеспечивает дополнительную чистку воды, которая циркулируется при работе устройства в режиме охлаждения. Никаких дополнительных сменных фильтров, все очень просто. Без проблем получаете прохладный, увлажненный и чистый воздух. А в зимние и холодные вечера климатический комплекс согреет вас. И при помощи своего тепла создаст уютную, нежную атмосферу в вашем доме. Работа прибора настолько проста, что им смогут пользоваться даже ваши родители, которым вреден кондиционированный воздух. Климатический комплекс не дает большого перепада температуры, тем самым не способствует заболеваниям. И именно поэтому мы рекомендуем использовать его в комнатах с маленькими детьми. Климатический комплекс оснащен таймером и пультом управления. Вы можете контролировать его на расстоянии и задавать продолжительность режима работы, который вам необходим. Покупайте климатический комплекс Zenith 703C и наслаждайтесь работой прибора 365 дней в году. Пусть он станет вашим помощником в любую погоду.